Ну вот, события дня номер 539. Как эпиграф взято Деяние 1.8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Как раз речь идет о дне Пятидесятницы. Это за 4, за воскресенье, 6 месяц июня, это 2017 год. И вчера мы записали полностью все богослужение. Батюшка недоволен, ну, уговариваешь его, и то другое. Он, ну, вот он мешает вроде бы, но мы записали все. Он, правда, не прервал нигде, ничего, и, ну, недоволен был. Ну, молимся, чтобы был доволен. Я всегда привожу на память, я говорю, вот к нам приезжал Михаил Масленников, фотограф из Москвы с аппаратурой. Ему святые отцы, это в монастырях святые отцы, сегодняшние люди-то, не благословляют вот этим электронным-то, ну, цифровым пользоваться. Это не от Бога. А от Бога, вот когда он пластины закладывает, они из серебра, серебро – это Божий материал. Вот он так объяснил был, снимал здесь. Ну, он там снимает в алтаре с патриархом. Доступ имеет большой. А в алтарь, чтобы во время службы с патриарха, ну, то явно, что там не каждого запустят, даже из храма-то. Ну, и некоторые священники тоже бурчат, да вот сосредоточиться не дают, и, как я батюшке говорю, а тебя арестуют сегодня, как ты будешь молиться-то? Ты маленько приготавливай себя. Ну, а то ли арестуют или нет, так нельзя говорить. Ты должен готовиться на это. А как же в общежитии, я говорю, живут, сколько их там? Ребята, девок водят, а ему готовятся к экзаменам, он в этой среде учится. Идеальные, придуманные условия никак. Ты наоборот, включи радио, там что-нибудь гудело, и начинай молиться. Приучайся к этому. Перейди через это. Я не стучаю на это говорю. Не надо этого бояться. Надо трудиться. И вот мы вчера все это записали. Коленопреклоненные молитвы на русском языке. И интересно, что батюшка не... Даже ему подарили какой-то там, вот это называют, ноутбук с Америки, кто-то хороший, да еще какой-нибудь чехол кладется-то. И он там начал было, зашел, там до разрыва, и совсем нету. И священники, которые, чтобы так занимались, вот в интернете, ну, я не говорю, как мы, как один представитель журналистов, секретарь и говорит, ну, более, чтобы так вот, ну, ежедневно у меня 5-6 роликов. Ну, нет этого нигде, нету, вообще нету. Нету, они этого не знают. И батюшка... пришел ко мне и говорит, это в субботу еще, а тут можно найти у тебя молитвы, которые коленопреклоненные читают на русском языке-то? У него-то все правило-то на церковнославянском. Я сейчас, сиди здесь, сейчас 10 минут, и... Ну, правда, оказалось, что оно на таком тексте то на русском языке параллельный есть, но фон не белая бумага, а желтая, как кофе такое. А когда если ее отпечатывать на это, то на это желтое кофе потратится много краски. Если на принтере печатать, то у меня принтер, все есть купленное. Ни моего, ничего тут нету. Ну, никак не могу убрать. Да я позвонил, тут программист. Я говорю, ты где находишься-то? Да, 300 километров. Его везде вызывают, он свое общество образовал, там своя фирма. Там, ну, по этим, по компьютерам. Он закончил институт, университеты. Так надо это открыть. Вот как убирается это, ну, какой-то свет, заливка, которая сдана. Не просто так. Оказывается, надо открыть другой файл, где ничего нету. И там выделить хотя бы одно слово. И потом вот здесь вот это, ну, как называется, шкала-то вверху-то есть. Там кисточка такая в виде фонарика. Ее два раза щелкнуть левой кнопкой. А потом перейти на свое и поставить. А там появляется что-то, когда ты ставишь, что уже на том, который тебе надо. И проведи донизу. И все уберется, как будто ты стер. Мне так интересно. Я сделал, правда, все убрал. И батюшка вчера все это засчитал. Я ему тоже ее переплел. Нет, нитками сколько есть. И 14 шрифт принял. Я говорю, ну, гляжу, ты морщишься вроде бы. Плохо видишь. Давайте 16-й-то. Ну, и сделал в полтора раза больше бумаги, но... вооружил. И батюшка все это вчера просчитал на русском языке. То есть двигается помаленьку. И вот я вчера два ролика здесь хотел, чтобы другие посмотрели. Что будет, если укусить шершень? Гигантские шершни-убийцы. Это название такое. И дальше тут, как в электронной версии называется, еще шершни и гигантский кокон, расправляясь с убийцами пчел. Ну, если шершни появились, то туда уже входа тебе нету. Они... страшно, как смерть. Если 3-4 укусили, это смертельный исход. И прямо там все об этом пишут. Ну, я знаю как. Надо дождаться, когда не очень жаркий день будет. У нас поселился на втором этаже, где Никита.
находится. Мы заранее подготовились, днем прошли, внимательно посмотрели, гудят. И видно там у них шевелится, уже новый выводок будет. Что делать? И утром рано, в потемках мы еще заготовили бак большой, прям кипяток воды принесли и прямо под этим поставили потихоньку повыше, что было там на стул, взгромоздили, лопату натащил, надели сетки, рукавицы и подошли. Так, готовы, готовы, крышка здесь лежит, все. Я теперь рядом встал, ну, не снизу, что было там, видимо, на табуретке, не помню как, и я срубать буду. А оно приклеено так к потолку, я теперь лопату настроил, как он ткнул и срезал, и он сразу бух, и в этот кипяток, и сверху крышка закрыли, ни одного шершня нету. Ни одного. А так они днем, когда они летают и прочее. Вот и все. Меня кусали. Я знаю, что такое. Целую неделю как барабан рука. И дальше. Вопрос. Вопрос. В интервью нашли, что есть такое высказывание о вас, что имеете веру какую-то вовсе жуткую, смесь старообрядчества с баптистом перемешанную. Что это за сведения, откуда и от кого? Я отвечаю, все это из одного мешка, где бесы были завязаны. По житиям Конана и Саврянина. Он когда жил, ему бесы подчинялись, и он там в сосуды их запечатал. А кто-то когда-то стал строиться, распечатал, решили посмотреть. Поднялись вихри, болезни, все, что там было, они запечатаны были. Выпустили демонов зла из ада, и они пускают со змеем вместе реку зловонной жижи против благовестия Христова. Откровение, 12 глава. И вот ссылка. Беседа с аудиторией в рамках проекта «Предание Лив. Учение о грехе и искуплении. Часть первая». Так. Диакон Андрей Кураева, Игнатий Лапкин и Максим Степаненко это взял себе. И дальше. А повод к тому, как бы дал Андрей Кураев, сказавший на публике так. Ну, там вы можете найти, зарядить Кураев и Лапкин, и сразу выйдет. А я попросил Никиту, и, кажется, или сам это сделал, не помню. Что он говорит-то? Ну, не каждый услышит. А что он там говорит? Я кавычки открываю, а он там говорит, Андрей Кураев. Для меня эта тематика стала серьезной, когда я познакомился с трудами самого выдающегося современного миссионера в России. Православный, из ныне живущих, это период Итории, он говорит. Игнатий Лапкин. Да, он живет в Барнауле, в Сибири. Знаете, на мой взгляд, я ему вообще завидую. Это Андрей Кураев, в то время еще профессор был, его не трогали, еще этих садомитов он не трогал. Ну, жил в чести и славе. Он мирянин, обычный человек. Это человек совершенно безбашенный, свободный. Что значит безбашенный? То есть для него нет преграды никакой. Он смысл-то вкладывает один, они даже не понимают, что он говорит. Его-то не понимают, аудитория-то. Но там заинтересовался один человек, где, что, расспросил, написал. И вышел на меня Юрий Соболев. И мы стали очень близкие друзья. А он преподаватель в Красноярске, в университете государственном, в государственной академии. И ведет занятия при митрополии, там, епархии. Я ему завидую, Андрей говорит. И вот теперь вскоре его начнется гонение, я его приглашаю ко мне сюда. Не назвал мне кровать, говорю, на нары, сухари есть, я с тебя лишнее место сниму здесь. Он мирянин, обычный человек, это человек совершенно безбашенный, свободный. Это, знаете, такая жуткая смесь баптиста и старообрядца по взгляду. Он так краешком, боком имеет отношение к патриархии. Он там староста общины местной зарубежной церкви. И далее... И часто разбирает там вопрос о присяге, о клятвах и прочее, о служении. И приводится масса цитат из Писания, из отцов, житейной литературы. Он очень начитанный человек. Дело в том, что Андрей Кураев, вот я сижу, куда он приезжал сюда, и у меня книги взял. Взял несколько книг, а остальные, это через одного священника, я уже подарил. С чем-то я не могу со многим согласиться. Видите, как топчется. Я не могу с чем-то, ничего не говорит. Он меня во многом поносит по всем кочкам. Я посмотрел, зарядил в моих книгах, я поминаю его 120 раз. Андрея иногда сурово обличают, а похвальных мало. Это все я свои ставки делаю. Дальше он пишет. Но у него очень много серьезных вещей. Он вдруг активизирует такие пласты. Опять тут не столько его мысли, но из Писания, из отцов, из житейной литературы, что мы могли забыть. Он напоминает. Это же есть в нашем предании.
И нельзя это так просто взять и объехать на осле, на кривой кобыле какой-нибудь. В частности, я помню, меня так поразила такая подборка на десятках страниц против расчленения мощей. Он один раз прочитал и стал мой сторонник. Там святые отцы, сколько было видений, требовали не вытаскивать из могилы, не расчленяйте и так далее. У нас так это к этому сейчас более спокойнее относятся. До нанотехнологий дойдет, до расщепления мощей, чтобы в каждом храме, в каждом христианском доме был полный комплект всех святых, тысячи. Тысячи слова я добавил. В общем, смотрите, хотя бы через интернет. Давать подписку на согласие со всем, что он говорит, не надо. И кто просит подписку, чего? Ну, то есть он вставляет и вставляет какие-то места. Но много хорошая гимнастика для ума и христианской совести гарантирована. Контрастный душ. Душ контрастный. Это гарантировано. Я бывал у него в храме. Там жесткие порядки. Ходить только в русской одежде. Никаких там джинсов, пиджачков, галстуков нет. Прийти в храм за 15 минут до начала службы. А потом двери закрываются, никого не пускают. Но он тут хватил. Этого нет у нас. Пускают. Опоздавший стоит в притворе и туда не заходит, пока батюшка не пройдет там с кадилом. Ну, то есть не точность у него. И вся служба, что была по уставу, это точно. Я говорю, вот какая-то удивительная смесь старообрядчества и баптизма. И далее он поясняет, что он имеет в виду. Такой пиетет, то есть любовь, возвышенные слова к Писанию. И такое знание Писания. А мне плевать, что какой-то собор разрешил. Писание выше собора. И по Писанию, а не каким-то собором прикрывать свою совесть и так далее. Так вот. Где-то баптист, а где-то старовер. Такая вот необычная смесь. То есть, если мы любим Библию, это баптист. А что службу ведем по уставу, это старообрядец. То есть, у православных нет ни того, ни другого. Он даже не понимает, Андрей Токураев, что он сказал-то здесь-то. А люди-то пошли ложным путем. Смесь, а какая смесь? В какой процентовке? Молоко с чаем смешивать можно. А на сколько? Чего? Где? А уж понятно, что решение наших синодов, местных, тут что-то непонятное, и говорит, ехать лесом, полем и еще дальше. Знаете, я ему завидую. Он свободный человек, и ему плевать, что про него скажут. А мне все-таки не плевать еще. Видите, дважды завидует. И... А что бы, как ни возникло? А что владыка такой-то скажет? Как этот отзовется? Я вот считаю, что так. И все тут. Эта фраза, выдранная из лекции отца Андрея Кураева. Ну не может же такой умница, как диакон Московский, вся Руси Андрей, это я пишу о нем, не знать, что говорит о вещах несовместимых. Он говорит о знании мною священного писания и применению его, это от баптистов. У православных этого нет. И это верно на 100%. Но не баптизм же есть изучение святой-то Библии-то. Ну какое отношение к баптизму-то? Я уже не хожу там лет 20 к ним. Оттуда сколько людей-то пришло, то он пусть покажет. А у нас все еще их жены, где народились дети, стали матушками, за священника вышли. И далее о старообрядческом духе. Что сюда он вкладывает? Не будем сами домысливать, а лучше посмотрим, что он отнес к этому слову. Устав, точное его исполнение, благочестивая форма одежды, строгость, нерасхлябанность богослужения. А далее он просто говорит обо мне, вставляя свою безбашенное слово, вовсе не в отрицательном смысле. Вот что в одном предложении он и говорит, что Игнатий Лапкин, дескать, вовсе не смотрит на мнение людей, какого бы уровня в глазах людей они ни были, пусть даже вселенские поместные соборы. А зачем он так сказал? Повторяю, что отец Андрей – это редкий для московской патриархии талант. У него юмор блистающий, значит, он не старообрядец. И несмотря на то, что он сам говорит обо мне, он меня во многом поносит по всем кочкам. То есть в моих книгах он упоминается 120 раз, и он не в обиде. Это чудо просто для священнослужителя патриархии, где она круто замешана с их страстями корысти и страха и всегдашней злобе, подводящей к инквизиции. Все еще жива эта труба. Повторяю это до времени, когда его гнали. И отец Андрей говорит на понятном языке для этой публики, аудитории. Он же видит, кто перед ним-то, изуродованное раболепием и страхом перед всеми и более всего перед попами, быть отлученными от причастия, суетными
суетные люди с очень шаткими и сомнительными во свете Библии мыслями. Он и говорит им так, что они поняли его только отчасти. И вот поэтому чаще исповедуется, причащается. Почему? А это рычаг, главный рычаг. А если не исповедуется ему по боку попа, может разговаривать с ним, а только заговорил не так, а как ты с попом разговариваешь-то, с батюшкой-то, отлучают причастие. Им не ты нужен-то, а рычаг руководства. И теперь подводят под это, чаще причащайся. Да ко многие больные немало умирают, да сдохните вы окаянные, они в глаза людей не видят перед ними. Я их знаю очень хорошо. Это я уже от себя добавляю. И дальше. И кто-то там был или вычитал, он все отбрасывает доброе, что сказал отец Андрей обо мне. И вырвали только эти слова о баптизме, старообрядчестве, совершенно не понимая, что это. Но на уровне подсознания, привыкнув жить в злобе и подозрительности, они понимают, что Лапкин не такой, как все. И они, и он не верит, и верит не так, как они. И потому он заклятый враг. А отец Андрей Кураев вовсе не хотел этого сказать. А то, что он для себя нашел целые пласты полезного у меня в книгах, в интернете, уже о том никто не словечко до самого махонького, дескать, профессора, а у Игнатия, у простого сторожа он нашел. Если бы отец Андрей сказал безоглядно, если бы он был безбашенным, как говорит обо мне, в положительном смысле, то он бы должен сказать громко и поистине бесстрашно. Я нашел человека, который мне это вовсе даже непонятно, как-то в нем уживаются мысли чисто евангельские, и как-то он умудряется находиться в почти мертвой церкви, где чуть ли не все не евангельское. Это действительно небывалое чудо. Но он называет меня самым знаменитым, известным миссионером. Это тоже чего-то стоит. Далее мне пишет Петеримов Владимир. Что не он не пишет, а у него день рождения, я его знаю, он из баптистской семьи, мать православная, отец баптист, но он никакой. И он пишет, я ему сказал, поздравлять с днем рождения-то нечего. И он пишет, к своим 31, у него 31 год, значит, а он у меня в лагере был, я понял, что в жизни главное это опыт. Ты вот, какой опыт, какой у тебя, у него никакой опыт-то. Мать в могилу буквально может загнать своим поведением. Там и наркотики, там еще только нету. Как мне говорят, у вас, ко мне пишет, большой опыт. Наверное, самый профессиональный, как у спортсменов. Только они завершают карьеру рано или позже, а вы нет. И всех благ. Вот как. Дальше я... Одной пишу, она говорит, мама у меня только то, живут бедно. Я говорю, а я питаюсь вот так. Каждое утро себе винегрет составляют так, двоеточие. Выхожу во двор, где я сейчас сижу, рву репей листья, ревень листья, крапиву двудомную листья, одуванчик листья, чеснок листья. То есть, ну, когда тут у меня не выкопали еще, вот, и другое что-то я еще тут находил. У нас называется кислица. Вот. 6 разных. А это значит, то есть я опять все это толку, толкушкой мелко режу, потом толку в чашке, в кастрюле и чеснок в пюре. И так сырое и ем в прикуску с кашей или супом. А если я в деревне, то там еще больше разные, я знаю, там и листья капусты свежие оторву, и свеклы. Там и все это перемешаю, каждый день детям дают. И никто не болеет. А это значит, как я готовлю? Налита вода в кастрюле, чищу картошку, режу, сыплю все, что под руку попадет. Это пшено, гречку, лапшу или рожки. А если рыба есть, там рыбу какую-то брошу, маленькую для кошек. Мой вот там рыбки две. Вот если капуста есть, капусту натолкаю туда. Отойти уже нельзя, рядом стою, тут занимаюсь и поглядываю. Кастрюлю неплотно закрывать. И варю. Потом, когда уже сниму, туда растительное масло налью. Только тогда, когда с плиты снято уже. И соли, и этой зелени побольше 2 ложек полных. Обед готов дня на 2. Держу сваренное в холодильнике сносном. С помойки холодильник. Если желаете, то могу и вам рвать этих листьев. Их у меня полон двор. Зелень сырую, так и ем. А она говорит, а у меня мама, вот она больная мама, и капризничает. Только нужно что ей, укроп и лук. Я говорю, у меня нет ни того, ни другого. Ну нет еще теперь.
Я думал, если надо, я говорю, и вам я буду рвать каждый день отсылать. Не надо, ну не надо, говорится. Баба с возу, кобыле легче. Сетку, ну это я допишу, что должен там сегодня Михаил, сетку натянуть на форточки, двери плотно закрывать, всегда и быстро. В подпол все щели затуть, чтобы комары не налезли. Вот. Я детям все это готовлю, вот такое, толкушка, она как пластом слипается. Вот. И никто не болеет, а то придумала, не будет есть. Значит, не голодная, и сейчас не модничает еще. Это я с ее как бы матери говорю. И вот теперь я покажу другое. Смотрите, в интернете я вчера зарядил два слова Осипов и Лапкин. И вышла проповедники и Т. Лапкине. Четверг, 26 декабря 2013 года. Оказывается, уже 4 года как в интернете стоит вот эта бяка. А проповедники в кавычках, то есть я не проповедник. То есть они уже никак они не могут понять, что проповедник, а говорит то, что они не заказывали. Несколько слов дальше пишут об известном якобы православном, в кавычках, проповеднике Игнатии Лапкине. Значит, два слова в кавычках. Я и не православный, не проповедник. А митрополиты, которые участвуют, это здесь, в Америке, просят сказать слово. И у меня благословение от митрополита. Я выставил в интернете ни от одного епископа. Это ничего не значит. 1300 проповедей выставил, около 4, может, тысяч, которые не публикованы. Я не проповедник, 53 года. Каждую неделю я говорил 4 проповеди. Только в одном университете вел занятия 18 лет, 5 университетов. Регулярно, еженедельно 3 программы по радио вел. То есть, правду он говорит? Ну, любой скажет, что что-то загнул. Дальше. Игнатий родился в деревне Потеряевка в Сибири. Вы пальцы загибайте. Вот уже два, теперь третий. Я в Потеряевке не родился, а в поселке Карповка Тюменского района. То есть он не знает. В Сибири. Ну, в Сибирь, тут и был я. Затем его перенесло на другой конец страны. Как меня перенесло? Он 4 года служил во флоте, в Риге. В Риге я не служил ни одного дня. Но Тихоокеанский флот разве в Риге? Вот это уже пятая неправда. И здесь же по окончании службы, во-первых, служил 4 года, я не служил, меня арестовали, он даже этого не знает. Вот уже во флоте 4 года, ошибка, это уже 6-я, в Риге так 7-я. Здесь же по окончании службы учился в местном мореходном училище. Здесь же, оно не здесь. Вот. Это уже 8, ну сами считайте, мне некогда. По его собственным словам, он обратился в 70-е годы, обратился в кавычки. То есть они не обращенные, мертвецы. Слово «обратился» берет в кавычки. То есть еще раз солгал, я обратился. Да не в 70-е годы, а в 62-м, 60-е, еще новое. Два подряд в одном предложении лжи. Крестился он изначально в РПЦМП. Не крестился я там никогда и не было. То есть еще одна ложь. Я родился в старообрядческой семье. Крестили в полное погружение. Отец Терентий Мурзин, у меня все известно, и которое крестное известно. Но очень скоро, то есть когда я крестился в 70-е годы, то есть не крестился, опять же, по его собственным словам, понял, что РПЦ от Антихриста. Нигде этого не говорил, РПЦ от Антихриста. То есть опять солгал, в скобках, ему это надо подогнать. Ну а кто пишет, имени нету, это демон пишет. Уже одно это его выражение говорит само за себя. Чье выражение? Это ваше. Слуги Антихриста. И ушел в свободное плавание. То есть, интересно сказал, свободное плавание в кавычки. Какое плавание? Куда? Тогда в 70-е он считал себя прихожанином РПЦЗ. В 70-е я считал, да мы даже не знали, что есть такое. В 91-м году только я получил грамоту. В 91-м я еще должен быть арестован в 86-м. И они узнают, что я сижу и молились. То есть, ложь на лжи. Дальше. Ушел так, 70-е. Но поскольку на территории СССР приходов РПЦЗ не было, то он мог объявлять себя кем хочет. Все равно это как-то проконтролировать было невозможно. То есть сам придумал и сам себя опровергает. 70-е. Мы не знали, мы ходили в Московскую патриархию, другой не было, там мы причащались. А если сказать это, у него все рассыпалось. Это все по благословению, частое причащение. Тогда, уже в 70-е, в начале 80-х, то есть это начало 80-х, это 71-й, 72-й, Лапкин основал общину. Никакой общины не было вообще. Ходили в Московскую патриархию, Покровский собор, которая по идеологии была смесью неопротестантских сект,
Запада, запятая, православного новообновленчества, в кавычки, а также, как ни странно, старообрядчество. О чем говорит, вообще непонятно. То есть мы нигде не были, и теперь собирает все, и кедры там звенящие, и белое братство, и саентология, то есть и Аум Сенрикё, все, что только знает, собирает. Почему? Дух лжи. Ваш отец дьявол, он лжец, отец лжи. Вот он как раз и показывал. Он обязательно причащается. Сам Лапкин был там главным гуру. Где? То есть нигде мы не были, были патриархией. Поэтому и не главным никаким гуру, а гуру это учитель, это неплохое слово. Они даже не знают, они-то не понимают. Вот считайте, сколько он. И не главным никаким, и нигде не были. В начале 70-х. Я в это время даже еще не насчитывал жития. То есть мы вообще ничего не имели. Так, Лапкин был там главным гуру. Он считал и проповедовал своим адептам священное писание в своем понимании. Вообще в своем понимании я вообще ничего не говорю никогда. И это знают все. То есть он ничего не знает. Адептов никаких не было. Проповедовать, считать в своем понимании не было. А также распространял труды Солженицына, которого очень уважал. И не распространял, и не было ничего. Я и не знал про это. То есть ложь на лжи. То есть Солженицына-то я насчитал перед арестом, перед самым. Это в 79-м году. Солженицын, архипелаг ГУЛАГ только. А уважал я Солженицына, сколько труды его. Дальше, естественно, деятельность такого гуру, гуру им нравится слово, это особое слово. И он, они везде гуруизм, гуру, это что-то в нем такое, гуру, гуру. У меня голуби так говорят, гуру, гуру. Я люблю голубей, они это слово, но нигде не применимо, они не учат. В советские времена не могла не привлечь внимание спецслужб. Дважды, в 80-86 году, его арестовывали и помещали на принудительное лечение, психиатрическую лечебницу. Ни разу не причащали, там не помещали и не лечили. Ну, сколько лжи-то? Нигде. А исследования, которые ведут, так они там посылают всех, которые, ну, замешаны, судить, не судить. Там не лечат, там только наблюдения ведут. И это было один раз в 80-м году. Полтора месяца или месяц. Месяц. В конце 80-х. То есть это в 89-м перебрался обратно в свою деревню, в 89-м. Она в 72-м году исчезла. Куда перебираться-то? Там 20 лет ничего не было. И основал там лагерь «Стан». Основал лагерь «Стан» в кавычки. Когда основал? В конце 80-х, а он в 72-м был, когда деревня была разрушена. То есть опять ложь. Основанный, как он заявляет, якобы на православии, в кавычках православие. А на самом деле на его собственных идеях. Какие он знает? Нету. Являющиеся смесью харизматии, а их никто и не знал этого слова тогда, новообновленчества, ничего никогда не было, это противное. И как ни странно, старообрядчество. То есть ничего этого не было. Слава Иисусу Христу! Да мне звонят, проверяют. Дальше. Лагерь был полуподпольным. А с 91 года действует официально. Официально полуподпольное. Но вот где? Какое? Это означает, регистрацию получили. Надо сказать, что когда в 90-е годы священнослужители РПЦЗ получили право посещать Россию, так они получили, откуда бы у нас община-то была. И когда они увидели своего коллегу Лапкина, коллегу в кавычках, тоже коллегу, кто увидел? Кто приезжал? Они пришли в тихий ужас. Только это ужас от того, что врет стоит. Никто не приходил в ужас, и ничего они не увидели. А наоборот, прислал приглашение митрополит, конечно, за их счет, приехать в Канаду. А в Канаду пригласил митрополит, а в Америку, вот который сейчас капрал Иларион, митрополит, тогда он был епископ. То есть ни одного слова, правда, нету. Так в то время появилось письмо протоиерея РПЦЗ Льва Лебедева под очень недвусмысленным названием «Не потерять бы Потеряевку», в котором четко говорилось, что Лапкин псевдоправославный гуру, а его община типичная секта. Где он это нашел? Гуру, он говорит. Так откуда бы ты знал-то, что он сказал? Это мое письмо к нему было. Что он там делает-то? Пьяный выходит на кафедру-то. Это они ничего не говорят, что они его прокляли, что он ушел от патриархии-то. Он патриархии столько написал, мы многим пользовались. Он это ничего не говорит, ему это не надо. Совершенно не говорит. И он отвечает на мое письмо, его письмо я поместил. Поместил в книге, в газетах.
Это, если бы я знал, что какой-то вред будет, мне еще бы я помещал-то. Но я ничего не скрываю. И гуру, сколько раз он повторил, в 90-е годы Лапкин несколько модернизировал, в кавычках, свою деятельность, идеологию. Так он добавил ко всему еще и антисемитизм. И это я антисемитизм, когда я борюсь все время с этим. И масонофобию. Понятно? И никогда этого не было, ни одного дня. А наоборот, я говорю, никакого значения они не имеют. Он считает известные протоколы сионских мудрецов подлинником. А это вовсе не означает, что антисемитизм, считаю я. Дальше. Также, согласно его учению, интернет, запятая, телевизор, запятая, паспорт, запятая, НН, а дьявола... Вот считайте, сколько раз солгал. Я в интернете сижу, а дьявола телевизора, а дьявола паспорта, а дьявола. А я заграничный имел и проехал все. И НН. А я как раз говорю вопреки этому, что не от дьявола, который считает, что от дьявола-то. Учить детей, лечить больных имеет право также только верующие. Вообще, бесноватый какой-то залез. Ой-ой-ой. Причем под верующим имеется в виду только члены общины. То есть вот сидел, и что ему нашептывал дьявол, то и писал. И это патриаршие часто причащаются. Кроме того, и советская, и нынешняя власть по Лапкину от Антихриста, и советская, и нынешняя власть, и главное, как будто я их сравниваю, так, от Антихриста. А победа в Великой Отечественной войне – это большая ошибка и грех. Вообще, первый раз слышу. Большая ошибка и грех в войне. Ну, пусть он где-то покажет, где хоть раз сказал, нету. Если победили немцы, они бы по Лапкину принесли нам свет веры и цивилизации. То есть, ну, я много лжи всякой считал, но такое первый раз вижу. То есть, они все время прогрессируют в этом. А почему Дворкин? Дворкин, Осипов тут большую роль сыграли. Это тоже говорит само за себя. То есть, он написал вот это, лег спать. И 4 года это люди считают, но кто-то верит, нет, это мимо-то никак не проходит. В 2000-х годах Лапкин активно пошел в интернет. И сейчас существует целый ряд его сайтов, где он проповедует Библию в кавычках. Какие сайты? Сайт – это одно, форум – другое. В протестантско-старообрядческом стиле. Андрей Кураев не знает про это. В протестантско-старообрядческом стиле. И это несмотря на то, что интернет, согласно его учению, о дьяволе. Опять от дьявола в кавычках. Но, как видно, что не дозволено ученикам, то дозволено гуру. Вот сколько раз слово гуру? Явно дело, что в их смысле это ругательное слово. Ругательное. И они думают, это я заклеймил его где-то. Это тоже характерная черта многих сект. То есть он ничего не знает. При этом, что занимательно, к этому проповеднику в кавычках с большим уважением относятся такие, казалось бы, противоположные по своей идеологии группировки внутри церковных сектантов, как царебожники, то есть, чтобы царь был царебожники и антиинщики, с одной стороны, то есть, никогда не в друзьях не были ни одного и никогда, а с другой, новообновленцы, тоже ни одного и никогда не было. И те, и другие видят в нем своего, в кавычках, что очень характерно. То есть манкурты. То есть абсолютно бессовестные люди, сожженные в совести. Это пишет, и человека не могли бы найти, кто он, но не подписывается. А что в нем своего увидел Максим Степаненко, тоже говорит о многом. Максим Степаненко, да он умница, да вы против него-то букашки маленькие. Ну я отрываю, все, больше ничего тут не написал. Кто неизвестно, то есть дьявол. У него имени нету. И вот что можно сказать? Что можно об этом сказать? Ну, я теперь прочитал, я всегда показываю свои тут ресурсы, что у нас есть. Это... И таких вот сообщений море, буквально море. А вот Осипов сказал, младостарцы, гуру, и они так. Он сказал, дальше я с ребятами работаю, ни одного слова не слышно, мы землю толкушками удавливаем где-то. А вот видите, его слушаются, чтобы не слушались. То есть у них ничего нету. Ну, слушаются только, давайте выпьем там, или пошли блудить, они пишут об этом. У них ничего нету. Ничего нету. Это совершенно обмолоченные, пустые, выброшенные снопы. Вот у меня здесь... В моем мире, где я в шапке, тут легко переписываться, заходите. Вот форум, это не сайт. Сайт дальше будет. Это ресурсы называется. Что он тот имел, бродяга своих слов, неизвестно. Вот 1600 тем.
Ну и мои книги-то на исследования брали уже разные-разные цензорские отделы в епархиях Московской патриархии, монастырь в Одессе, Киево-Печерскую лавру отослали, профессора, говорит, задействованы, и ничего не нашли, ничего. Они мертвые. И ни одного слова, вопреки, не сказали. А книге-то уже 15 лет. Но за 15 лет такие коллективы Дворкину поручили. Он отдельно мной занимался и ни слова не сказал. Нигде. Почему? Потому что, читая эти книги, они ослеплены светом, который идет от них. И далее, вот, это православный видеоканал «Открытым оком во свете Библии». Так он называется. Вот. И теперь сайт. Один сайт открытый. Прекрасный сайт. И он не говорит, что в те годы он мог сказать, я насчитал полностью Библию, полностью 12 томов Златоуста, полностью 12 томов Жития святых и две еще книги «Настольные священнослужители», второй и третий том патриархийные, 5 томов «Добротолюбия», 50 книг. Они это не говорят, им это не нужно. То есть они говорят то, что сами придумали. И вот здесь вопросы и ответы. Я могу сегодня даже взять хотя бы немножко. У нас о войне идет здесь. Вот. О войне речь идет, о войне, что убивать не надо, любите врагов ваших. И вот вопрос 1579, у меня там 4124 ответа я даю на вопросы, которые мне задавали в университетах, школах, милиции, воинских частях, по радио, заводах и фабриках, то есть... Трудно высказать, где. У меня объектов, которыми я занимался, ясно, не два, не три были, сотни. И училище все, ПЗО, и тюрьмы, лагеря, прокуратура, КГБ. Нет места, где бы я не проповедовал. Дом моды идем мимо, и там. Хлебозавод идем мимо. Неужели вы проповедовали? Да, коллектив собирали. Зеркальная фабрика, там мало кто знает ее. Да, директор знает, я его посещал. Уже на пенсии он был, подарил книги ему. Жердев Геннадий Иванович. Потом он сюда приехал еще там. Вот так. Нет, это не он, другой вопрос. 1579, 6 том «Открытым оком». В псалмах Давида он иногда просит покарать своих врагов, да сойдут они живыми в ад. Псалом 54, 16. Как же быть православному-то? Нам же нельзя молиться против врагов. Ответ. Иногда в сознании даже верующих смещаются понятия земные и священные, то есть с теми, которые взяты точно по Библии. Иногда эти понятия разносятся в разные графы и противоречат друг другу. Это мой ответ. Да Осипов никогда это не даст ответа. Это особенно касается тех мест на горной проповеди, где говорит Господь, а я говорю вам, это А, буква А, и должно ныне быть основным. А что было тогда, как оно несовершенное, детское, оставляется для тех, кто до А, я говорю, еще не дорос, то есть не обратился всем сердцем ко Христу, кто еще по-земному мыслит. Мыслить же по-земному, значит находиться в смерти, в невозрожденности нового духовного рождения. Нужно мыслить по-божески. Иов 10.4. Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек, у тебя с большой буквы. Римлян 8.5.6. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Вот понимаете, вот ссылки писания, почему они говорят Игнатий, там знает то другое. У меня 41 том, 38 в бумажном варианте, открытым оком. Каждая книга 752 страницы. В каждой книге делается ссылок около 3000. Теперь около 3000 умножьте на 30, уже 90, да там еще дальше. То есть 100 тысяч ссылок на Библию, это намного больше. На сколько? Раза в два, наверное, полной Библии самой, я ее привожу. Да нет таких книг. Просто нету. Не существует в мировой литературе. Поймы говорят необыкновенный пиетет к Библии, о чем говорит Андрей Кураев. Владимир Головин об этом говорит, Игнатий знает другой. А как знаю? Я не знаю. Знаю я или не знаю? Да он знает наизусть всю Библию. Не знаю я наизусть всю Библию. Даже если один стих не могу процитировать, уже не всю. Но в церкви, когда я стою, стоял раньше, ходили патриаршие, когда были у них. И если я слышу, что-то считает, и 2-3 слова вместе, понятное, что были мне, я могу сказать, какая книга, какая глава, какой стих. И однажды взяли симфонию, ну и стали предложения, ну какие знают называть там, примерно. Там говорится вот об этом, примерно. Но они по симфонии, а я на память. И они там сколько, ну решили 10 раз открыть по симфонии, найти слово, дальше где оно есть, ну...
в поисковике библейском-то не было этого тогда еще. Это было там 70-е годы-то. Ну, а я на память. Я всегда находил, но симфонии на неканонические книги не было. Я ее составил, она у меня выпущенная. Лучшая в мире, я смело утверждаю. Самая лучшая из всех, какие были изданы. Все остальные были непрофессионально изданы. И самая полная. Я посчитал, во сколько полнее каноническая, которая в 2,4 раза. Я люблю математику очень. Пятерки были. И дальше. Ученики долго не могли понять намерения Христа. И все продолжали мерить своим багажом, как их учили дома, в школе, из их книг. Нам почти невозможно понять, что за переворот был в их сознании. Они терялись. Теряли из виду Христа, когда на них надвигалось решение вопроса. Как проблемы говорят. Я исключаю это слово и всех прошу исключить. Нерешенный вопрос вместо проблемы. И они тянули его в старую колею. У них крен был в сторону их родины. Православие, самодержавие, народ. То есть на сегодняшний день. Они давились этой отрыжкой еще очень долго и со скрипом соглашались, что, пожалуй, язычников Бог может спасать. Иеремия 33:6. В одни его Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь оправдание наше. Господь оправдание наше. Лука 24:21. А мы надеялись было, что он, то есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. То есть уже Христос воскрес, а они еще ничего не понимают. Надеялись было, что римлян свергнет он. Лука 9:55-56. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души, а спасать». Иоанн Златоуст толкует в пятом томе так, что все то, что касается гибели врагов, вот о чем вы меня спрашиваете, это относить к нечистой силе, против бесов молитву усилить. Матфея 5:44. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Это вот один небольшой вопрос. Большой вопрос сказать и небольшой ответ. Но я пока больше не буду смотреть. И уже достаточно, видимо, прошло у нас. Сейчас я высвечиваю, кто тут у меня остался. Правильно, неправильно. Роман Фроликов тут. Анатолий Меньшиков. Сергей Игнатов. Или никого нет у вас? Да, здесь. Спасибо, Христос. И молиться Сергею надо передать, чтобы попросить последний раз в пятницу. И отложить это до осени. Дальше молиться как сам по себе. Я могу даже идти пораньше, потому что я встаю очень рано, и мне надо все собирать тут где-то и как-то. Но думаю, что еще несколько раз выйду с вами. Вот и все. На сегодня до свидания, с Богом.